Всем привет, мои любимки! Вы на канале с Аленой, и сегодня мы с вами говорим, продолжаем говорить о страхе будущего. Вот страх за будущее действительно непростая история. Вы помните, что вы на канале с клиническим психологом и биохакером, да, меня называют еще так. Почему, собственно, данная история? Потому что я выбираю ответы на ваши вопросы и пытаюсь часто ответить в них в видео, дабы сэкономить для многих время. Вот момент страха за будущее, когда возникает больше всего? Больше всего эта история возникает, когда у меня что-то не получилось, когда у меня не получилось что-то в прошлом, когда у меня не получается что-то в настоящем, когда я очень сильно пытаюсь выбраться из какого-то ужаса настоящего момента. И когда у меня нет опоры на себя, что это значит опора на себя? Это значит, что в каждый момент своего времени я могу выбирать себя. Это значит, что я могу выбирать действовать под состоянием, создавать или убегать от себя. Очень часто в консультацию приходят люди, которые имеют какие-то неполадки с собственным «я». Что это значит? Я хочу сменить работу, я хочу переехать, я хочу изменить профессию, но у меня есть некоторые убеждения или какая-то внутренняя история, которая блокирует все это. И, казалось бы, проходит время, и я остаюсь на месте. Так вот, для того, чтобы ваше будущее зависело полностью от вас, ни от кого другого, нужно начать действовать в том направлении, которое вам действительно интересно. Не потому, что вы чего-то боитесь, от кого-то убегаете или что-то такое избегаете, а потому что это вам интересно. Если бы вам было интересно заниматься, там, не знаю, психологией, вы бы пошли туда? Возможно. Возможно бы пошли, а возможно и нет, потому что вдруг я там не смогу заработать. Так же и в другом моменте. Мне страшно будущее, потому что я в настоящем вот такой вот маленький, вот такой вот тухленький. И мне от этого страшно, потому что я ищу друзей, с которыми могу коммуницировать, и я пытаюсь в свою жизнь притянуть кого-то. Но это частично не получается. Почему это не получается? Потому что очень часто есть такое состояние, когда я вроде бы и действую, но действую от страха. И когда я действую от страха, другие это ведь чувствуют. Да и я чувствую. Когда я иду с открытым состоянием, с намерением, с желанием, я попадаю в десяточку, да? Я попадаю в себя самого. А если нет, я остаюсь там, где я и был. Еще один момент. Страх будущего от неустойчивости в настоящем. Чем страшнее, чем тревожнее мое настоящее, тем больнее мне сейчас. Друзья, вы на канале с Аленой. Здесь мы говорим о самом главном, о вашей психике, о вашей физике. Пишите комментарии, приходите в консультации и делитесь. Почему вам страшно ваше будущее? Было ли какое-то ужасное настоящее? Или была ли какая-то ужасная боль, которая сейчас вам дается непросто? Пока.